Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Audi отзывается. В нашей стране почти 2000 автомобилей. Это модели А4 и А5, проданные за три последних года. ВИН-коды размещены на сайте Росстандарта. Причиной является возможное перетирание топливного шланга в моторном отсеке. Специалисты должны его осмотреть и при необходимости заменить на новый. Процедура бесплатна. Трасса 101. Специалисты делают прогнозы, насколько новые автомобили подорожают в следующем году. В 2020-м цены на них бешено росли. Прибавка исчисляется десятками, а на некоторые модели – сотнями тысяч рублей. Несмотря на это, во второй половине года россияне прям-таки ринулись в автосалоны за новыми колесами. В 2021-м, говорят эксперты, рост цен на авто будет сопоставим с официальным уровнем инфляции. Это минимум. Реальное же повышение может достичь 10%. Трасса 101. Камский автозавод показал таки свой компактный электромобиль под названием «Кама-1». Машина получилась довольно симпатичной. Внешне она напоминает Kia Soul, маленький Kia Soul. Оснащена она мотором мощностью 80 кВт. Запас хода 250 км. Зарядить батарею полностью можно за 6 часов. Среди фишек полностью светодиодная оптика, информационно-мультимедийная система с 9-дюймовым экраном. О серийном выпуске электрокара пока речи не идет. Сколько было вложено в его создание, разумеется, не уточняется. Трасса 101. Дилеры Volkswagen начали принимать заказы на обновленный Tiguan. Цены на кроссовер стартуют с отметки 1 миллион 750 тысяч рублей. Топовая версия будет стоить минимум почти 3 миллиона. Вариантов форсировки двигателя 4 – 125, 150, 180 и 225 лошадиных сил. Привод в зависимости от комплектации – передний либо полный. В базе присутствуют 17-дюймовые диски, светодиодная оптика, трехзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчик дождя и так далее. Трасса 101. Можно ли вернуть деньги, если автомобиль, находящийся на гарантии, сгорел из-за технической неисправности? Можно. Это доказал житель Оренбурга. Его «Лада Веста» незадолго до истечения гарантийного срока вспыхнула, как свечка, ввиду короткого замыкания в моторном отсеке. Дилер отказался добровольно возместить клиенту ущерб, поэтому он обратился в суд. Тот сделал гражданина богаче на 1 с лишним миллион рублей. Это и стоимость машины, и неустойка, и штраф. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.